Дорогие друзья, здравствуйте, с вами Лектар Студия, Алексей Тарасов. Сегодня мы испытываем новое оборудование, портальную пакетную торцовку ППТ 1500. Шина здесь будет длиной 1.5 метра, привод ЭПЧ 3 гигант. Тут, конечно, не тепличные условия, пола нет. Посмотрим, как ведет себя торцовка в таких непростых условиях. Так, параметры пакета: 85 сантиметров высота, 125 сантиметров шириной. Мы отметили перпендикуляры по горизонтали и вертикали. Если есть большой угольник, конечно, проще найти перпендикуляр с помощью него. А если нет, то с помощью рулетки, с помощью двух диагоналей. Так, мы отметили базу. Сейчас 2 сантиметра отступаем влево и отмечаем, где будем пилить. Так, смотрим, у нас получилось сантиметр правее линии, просто не хватает второго прицела. Сделаем. Поскольку мы сейчас не на производственной площадке, а просто на улице, поэтому торцовку переносим вручную. Но это не мешает нам делать правильную геометрию распила.